С вами я, Супер, мы будем обзоревать обзор на носки Adidas. Да, прям на носки Adidas. Вот это оригинал. Вот Adidas Sport Cock 2000 сейчас. Фокус. Ну, тут написано 2002 год, FIFA World Cup, Корея, Япон. Вот. Стоят эти носки 60 баксов, значит, 24 сантиметра, 24-28 сантиметров, сзади тут adidas.com, Adidas, бла-бла-бла, на английском написано, тут написано 60-40 градусов, можно стирать, значит, утюгом нельзя, а стирать можно. Вот такие носки. На самом деле они 60 баксов не стоят. Они стоят в Казахстане, в городе Астана. Я купил в ярмарке Тулпар. Стоят они 200 тенге. По рублям будет 40 рублей. Вот. Потом еще купил вот такой сухой завтрак. Чкопа. 10 плюс витаминов. 150 грамм. Литровский продукт. Вот тут написано. Значит, это как Nesquik, только дешевле стоит. Я их дешево купил. Вот. Ну, тут состав еще написан. Он как Nesquik, только вкус немножко другой. И еще купил напиток березовый. Говно сок, на самом деле. Хоть материться нельзя, я знаю. Первого этого. Нельзя материться. Но в реале сок не очень просто. Как вода с таким солью и сахаром. Не покупайте такой сок. Не очень вообще. Такой уже больше не буду брать. Еще я покупал квас вот такой. Вкус из детства, такой стеклянной бутылки. Вкус он дешевый, как обычный квас. Там квас Егорушка. Как Егор там квасы такие продают за очень дешево. Он тоже стоит 40 рублей. То есть в Казахстане, в городе Астана будет 200 тенге. Этот тоже 200 тенге. Она стоила 400 или 300. Ну, со скидкой брали. Ну и все, как бы. Да. Все. Всем удачи. Всем пока.